Зеленая волна накрыла город. В Одессе стартовал книжный фестиваль, которому, к слову, уже 25 лет. Помимо классической ярмарки и встреч с авторами, проходят также благотворительные программы, концерты и различные дискуссии. В рамках фестивалю обговорюються актуальні теми, чому важливо читати, чому література важлива для дітей, як прививати їм любов до читання. Ну і, звичайно, це презентації свіжих книжок, це дискусії з авторами, з гістьми фестивалю. Тобто «Зелена хвиля» – це не лише книжковий ярмарок, де можна придбати книжки, а це і культурна площадка, де можна почути, куди можна прийти, де можна обговорити і де можна дізнатися про найновіші літературні тенденції. Уже традиционная книжная аллея разместилась в парке Шевченко. В этом году ярмарка собрала около 120 участников из разных областей Украины. В связи с пандемией фестиваль проходит в гибридном формате. Непосредственно сама ярмарка будет только до 8 августа, но различные онлайн-мероприятия продлятся до 10 октября. Стоит отметить, что на фестивале любой читатель найдет что-то для себя, ведь в продаже есть как и классическая художественная, так и бизнес-литература. У нас очень много классных книг, они вышли вот недавно. Расскажу про новинки. Серия книг Павла Виктора, это «Одесский учитель», «Ваш земляк». Очень классно берут, очень много отзывов и продаж. Также мы выпустили недавно книгу Савелия Липкина «Бизнес по-одесски». Это первая книга, его рассказ о бизнесе именно. Не про рецепты, а про все его ошибки, про все его успехи. Тоже очень крутая история. Также недавно мы выпустили графический роман «Сапиенс». Это адаптация его книги, бестселлера «Сапиенс. Людина разумна». И это очень крутой формат в комиксах для подростков, детей, которые смогут быстро и качественно воспринять информацию. На книжной ярмарке встречаются как фанаты чтения, так и люди, которые только в поисках книги. Впрочем, есть и те, кто пришел на фестиваль «Зеленая волна» за вдохновением. Я дуже люблю читати і читаю дуже різну літературу, від художньої літератури до якогось нонфікшена, також езотерику, дуже-дуже різну літературу. Тому, мені здається, зараз буде просто за певними відчуттями. Я зараз знайомлюсь, ходжу, обираю, а потім книга просто, мені здається, прийде само собою. На самом деле, я кожен год сюди хожу, ищу, у мене цілий список книг, які я ищу, ищу, може бути, щось інтересне для ребенка. Зараз мені інтересно все, що стосується психології. Люблю книги, люблю читати, люблю цей фестиваль. Здесь завжди представлено дуже багато производителей, багато цікавих книг. Мені це все дуже цікаво. Помимо ярких мероприятий, на книжном фестивале «Зеленая волна» также установили рекорд Украины, создав самый большой литературный цитатник. Идея рекорда родилась из-за того, что главная цель фестиваля – это популяризация чтения. Организаторы рассказывают, это яркий показатель того, что люди любят читать литературу. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».